Hi guys, welcome back to June. This is the Gary Reaction. For this video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? Hope you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is article about the Russian army shocked by the Western readers. Oh my god, I'm so excited with this one because people, the foreigners, especially the other Westerners or the other people reading and watching with Russian army, they were shock and they will get amazed of how these guys will train and how they get like being as a hero of their country also, because they really have this principle in going into wars. And let's get to it. Enjoy with this one guys, and credit to the owner also with the video to Rogander news packs and events. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian videos, Russian army or Russian artists that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it guys, enjoy with this one. And I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this one. And please turn on the CC down there for your Russian and English or whatever language that you want to choose. Enjoy. Wow. Привет! Вы на канале Рогандар Ньюс. Прошу вас поддержать видео лайком, а мы начинаем. Интересное мнение западного автора Весейкера, который служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. В своей недавней статье «Риски и возможности» в 2017 году я сделал одно заявление, которое шокировало многих моих читателей. Я тогда написал: «Россия сейчас самая могущественная страна на планете». Вооруженные силы России, вероятно, самые могущественные и боеспособные на всей Земле, хотя и не самые крупные. Сегодня я поясню свою точку зрения на эту тему, но сначала необходимо как следует прояснить исходные посылки. Первое. Как измерить качество вооруженных сил и как можно сравнить вооруженные силы различных государств? Прежде всего, необходимо сразу же избавиться от абсолютно бесполезной практики, известной как подсчет бобов. То есть отказаться подсчитывать количество танков, БТР, БМП, самолетов, вертолетов и кораблей страны А и страны Б в надежде прийти к какому-то заключению о том, какая же из стран окажется сильнее. Это совершенно бессмысленно. Далее нужно избавиться от двух других мифов. В войнах верх одерживают высокие технологии и большие деньги. Поскольку я уже обсуждал эти два мифа, здесь я их повторять не буду. Далее я утверждаю, что задачей вооруженных сил является достижение конкретных политических целей. Никто не идет на войну только ради войны, а победа представляет собой не военное, а политическое понятие. Так что да, война – это продолжение политики иными средствами. Согласно официальному заявлению Владимира Путина, официальными целями российского военного присутствия в Сирии были: первое – стабилизация законной власти, и второе – создание условий для политического компромисса. Невозможно отрицать тот факт, что российские вооруженные силы полностью достигли этих двух целей. Но сделали это они, не нуждаясь в том виде победы, которая предполагает тотальное уничтожение вооруженных сил противника. Фактически, Россия могла бы прибегнуть к использованию ядерного оружия или к ковровым бомбардировкам, способным стереть ИГИЛ с лица земли. Но результатом этого стала бы политическая катастрофа для России. Стало бы это военной победой. Сами можете сказать. Итак, если задачей вооруженных сил страны является достижение конкретных политических целей, это непосредственно значит, что если вооруженные силы какой-то страны могут сделать все, что угодно, где угодно и когда угодно, то это является абсурдом. Невозможно достичь военной победы за пределами конкретного набора обстоятельств и условий. Первое. Где пространство, география? Второе. Когда? Время, продолжительность. Третье. Что? Политическая цель. Тем не менее, то, что мы видим, особенно в США, является диаметрально противоположным подходом. Говорится примерно следующее. У нас самые подготовленные, самые оснащенные и самые обеспеченные вооруженные силы на Земле. Ни одна страна не может конкурировать с нами по передовым бомбардировщикам стелс, ядерным подлодкам. Наши пилоты самые натренированные в мире. У нас передовые военные возможности, основанные на сетевых технологиях, глобальном ударе космической разведки. У нас есть авианосцы. Наш спецназ Дельта Форс способен победить любую террористическую силу. На подготовку наших сил специального назначения мы тратим денег больше, чем любая другая страна. Кораблей у нас больше, чем у любой другой страны. И так далее и тому подобное. Все это ничего не значит. Реальность такова, что во время Второй мировой войны вооруженные силы США на Европейском театре военных действий играли второстепенную роль.
А те типа победы, которые США одержали, были просто позорные. Гренада с большим трудом. И Панама, не встретив сопротивления. Я бы еще согласился с тем, что вооруженным силам США удалось успешно сдержать нападение со стороны СССР. Но я сразу отметил бы, что и Советскому Союзу также удалось бы успешно сдержать нападение со стороны США. И где тут победа? Затем посмотрите на список всех американских военных интервенций. Этот список весьма приличен. И посмотрите, чего на самом деле эти военные операции достигли. Если бы мне пришлось выбирать наименее худший, я с неохотой выбрал бы бурю в пустыне, в результате которой от иракцев был освобожден Кувейт. Но какой ценой и с какими последствиями это было достигнуто? В подавляющем большинстве случаев, когда оценивают качество российских вооруженных сил, то делают это, сопоставляя их с вооруженными силами США. Но есть ли смысл сравнивать российские вооруженные силы с теми вооруженными силами, которые никогда не достигали тех политических целей, которые перед ними ставились? Да, американские вооруженные силы огромны, раздуты. Они самые дорогостоящие на планете. Они более других насыщены технологиями. А их реальные довольно-таки бесталанные действия и посредственные результаты систематически затушевываются самой мощной пропагандистской машиной на планете. Но делает ли все это их эффективными? Я утверждаю, что кроме того, что вооруженные силы США неэффективны, их неэффективность удивительна и фантастически расточительна. По крайней мере, с военной точки зрения. Все еще сомневаетесь? Окей. Давайте возьмем лучших из лучших. Силы специальных операций США. Пожалуйста, назовите мне три успешных операции, осуществленные ими. Нет, столкновения мелкого масштаба, в ходе которых плохо обученные и плохо экипированные повстанцы стран третьего мира были убиты в результате внезапного нападения, не подойдут. Каким мог бы быть американский эквивалент, например, операции «Шторм-333»? Или аналог освобождения целого Крымского полуострова без потери единственного человека? Фактически есть причина тому, что голливудские блокбастеры о силах специального назначения основаны на жалких и презренных провалах, таких как «Падение черного ястреба» и «13 часов». Что до американских высоких технологий? Не думаю, что мне следует слишком глубоко погружаться в кошмары создания самолета F-35 или эсминца класса «Замволд». Или объяснять, как тактическое разгильдяйство американцев позволило в 99 году сербское ПВО сбить сверхсекретный и якобы невидимый F-117A, используя ракету советской эры S-125, поступившую войска аж в 1961 году. Я мог бы продолжать и продолжать, но давайте остановимся на этом и просто примем, что пиаровский образ американских и израильских вооруженных сил не имеет ничего общего с их фактическими возможностями и эффективностью. Есть вещи, которые вооруженные силы США делают очень хорошо. Перемещение на большие расстояния. Действия подводного флота в водах с умеренными температурами. Операции с привлечением авианосцев и так далее. Но их общая эффективность довольно низка. Так что же делает российские вооруженные силы такими хорошими? Во-первых, их предназначение – защищать Россию. Находится в соразмерности с ресурсами Российской Федерации. Даже если бы Путин и захотел этого, Россия не в состоянии построить 10 авианосцев, разместить сотни заморских военных баз или тратить на оборону больше, чем все остальное человечество вместе взятое. Конкретная политическая цель, поставленная перед российскими вооруженными силами, довольно проста. Сдерживание или отражение любого нападения на Россию. Во-вторых, чтобы достичь эту цель, российские вооруженные силы должны быть способны наносить удары и иметь превосходство на максимальном удалении в 1000 или менее километров от российской границы. И вот ведь удивительно. Российские вооруженные силы в настоящее время способны нанести поражение любому мыслимому противнику по всему этому периметру. Путин сам недавно сказал это, когда заявил: «Можно с уверенностью сказать, на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора». По численности вооруженные силы Российской Федерации действительно намного меньше, чем вооруженные силы НАТО и Китая. Фактически можно утверждать, что с учетом размеров Российской Федерации ее вооруженные силы довольно невелики. Это так. Но они внушительны, хорошо сбалансированы с точки зрения их возможностей. И они максимально используют уникальные географические особенности России. Вот почему любое оборудование и снаряжение, используемое вооруженными силами России, обязано пройти сертификацию на способность к эксплуатации при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Большая часть западного оборудования и вооружений даже не сможет работать в таких экстремальных условиях. Естественно, тоже относится и к российскому солдату, который проходит подготовку для действий в таких условиях. Не думаю, что найдутся какие-то другие вооруженные силы, которые сделают заявку на обладание такими способностями. И уж во всяком случае, это будут не американские вооруженные силы. Еще один миф, который необходимо развеять, так это миф о западном технологическом превосходстве.
На Западе системы вооружений проектируются инженерами, которые собирают в кучу новейшие технологии, а затем изобретают для них какое-то назначение. В России военные определяют предназначение, а затем изыскивают самые простые и самые дешевые технологии, которые можно использовать для достижения этих целей. Так что же это значит? Это значит, что несмотря на выполнение неимоверно сложной задачи по сдерживанию и нанесению поражения любому вероятному противнику на протяжении границы в 20 с лишним тысяч километров и на глубину в 1000 километров, российские вооруженные силы доказали, что они в состоянии достигать конкретной политической цели, отражать и наносить поражение потенциальному противнику. Будь это ваххабитские повстанцы, которых западные эксперты описывают как непобедимых, обученная западными инструкторами и вооруженная западным оружием грузинская армия. Несмотря на то, что в первые критические часы войны грузинские ВС превосходили российские по численности, и у российских ВС наблюдались проблемы с управлением. Разоружение более чем 25 тысяч украинских военнослужащих из, как считалось, отборных ударных частей в Крыму. И без единого выстрела, произведенного в Агнееве. И, конечно же, российское военное вмешательство в войну в Сирии, где крошечный российский контингент повернул ход войны вспять. И последнее по порядку, но не по значению. Российский солдат готов умереть за свою страну, выполняя любой приказ. И все русские очень хорошо это знают. В конце концов, исход любой войны определяется силой воли. Я твердо верю в это. И я также верю, что самым важным фактором в войне является простой рядовой пехотинец, а не супернатренированный супермен. В России их иногда зовут махра. Это молодые ребята из пехоты, не обязательно красавцы. Вовсе не мачо, без какого бы то ни было специального оборудования или подготовки. Но именно они победили ваххабитов в Чечне. Высокой ценой, но они это сделали. Именно среди них было огромное количество героев, которые поражали своих товарищей и врагов своим упорством и храбростью. Они не красуются на парадах, и о них часто забывают. Но это они победили больше империй, чем кто бы то ни было. И это они сделали Россию величайшей страной на Земле. Так что да, у России сейчас самые могучие вооруженные силы на планете. Пока же русские наблюдают за тем, как США не могут взять Мосул, хотя они и обеспечили местные силы огромной поддержкой со стороны и НАТО, и США. И то, что видят русские, мягко говоря, не производит на них впечатления. Но Голливуд наверняка на основе этого позорного провала произведет великолепный блокбастер. А личному составу, участвовавшему во всем этом, раздадут медали. Ведь именно это случилось после провала в Гренаде. А толпу, смотрящую телевидение, в очередной раз уверят в том, что хотя русские и добились некоторого прогресса, их вооруженные силы все еще очень далеко отстают от своих западных коллег. Вау, Rugandar News, you did an amazing job making this narration, making those words. It says it all, and I was so amazed, I was so stunned. That was a beautiful like saying to the Westernian that this is not a political like propaganda that Russian is very advanced in everything, then Russian special forces are very great in everything that they do because they are so well trained. No matter what the weather conditions that they are doing, no matter what the weapons that they are using, but these guys are very well trained. Much love and respect from the Philippines because I believe that Russian special forces, they really have their advanced training and they really have this beautiful and nice like armory that they have from the sea, from the air and from the land. Goodness gracious, seeing and hearing those like news or the words that it was said in this video, beautiful. And I totally agree. And these special forces are in there just to protect the country. They are trained to protect the country and that's amazing and beautiful. And salute to them. And there are a lot of like fallen heroes also with Russia that the Russian people are making it proud. Because Russia now is very strong and very powerful nation. And thank you so much. I hope that you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put on the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. And see you in my next video reaction.